Все равно, что мы не похожи, одна музыка у нас под кожей. Двигайся так, вот так, он стоп, тут каждому найдется место. Повторяй себе, ты не такой, как все. И пусть никто не поймет, у нас будет точно слышно здесь. Пивкосы с Хариком, пиццы заживали и помирились, да? Слышь, а почем нынче девственность, пил-то? С другой слиться, ха. Императрица, она любит напиться, она не любит пиццу. Как себе не возьмешь? Куда пошунь? Ты щеками не тряси, мы тебя не боимся. Иди учись, школу заканчивай. Живу, пока не сдохну, а как сдохну, до свидос. И жара мне не впилась, и мне похую мороз. Что же не сирота, я тебе могу такой кипиш устроить, а мне мало не показывает. Баклан, прикрой хайло. Француз? Но не только. Масон, что ли? Отсосон! Кондитерская фабрика господина Кудинова. Я провожу тебя до лифта и обниму. Я твоей матери не нравлюсь, по-моему. Придумай, где ты была все 4 дня. Засос и замаскируй, не сдавай меня. Там, по-моему, потрохуши. Да-да, точняк. Пидорасы звали? А, рекламу делал. Кондитерская фабрика господина Кудинова. Нормас, чё? Пивкос с Хариком, пиццы заживали и помирились, да? Сю-сю-му-сю. Гутен морген, что в переводе означает добрый вечер. И он, как, сука, это слово, уполномочен. Да, блин, уполномочен. Слышь, Серый, там через черный выходи. Не надо, сука, старух своей зеленкой троллить. Позитив эфир. Да где, сука, на Луне, что ли? Слышь, а почем нынче девственность, Билдер? А, Константин Анатольевич. Здрасте. Здрасте. Сука. Ты да что, красавчик у тебя, Рик, ты что? Ну зачем, Константин Анатольевич? А я Анжелкой сегодня на всю школу разговаривал. Не договорил? И он... Как, сука, это слово? Уполномочен. Да, блин, уполномочил вызвать тебя, Роман, на дуэль. Гутен морген, что в переводе означает добрый вечер. Вы же режиссер Роман, все правильно? Да, мужики, вы опоздали, все, съемки закончились, завтра уезжаем. Мы не по этому поводу, Роман. Наш друг сегодня был оскорблен вами на съемочной площадке. И он... Как, сука, это слово? Уполномочен. Да, блин, уполномочил вызвать тебя, Роман, на дуэль. Очень интересно, кто же это? Егор. Егор? Егор-то из массовки, серфер, что ли? Такой худой, который мне пощечину массовки, так он был на каких-то препаратах. Короче, ты его оскорбил, он сделал тебе вызов, и ты обязан этот вызов принять. Из массовки он или еще откуда-то, насрать. Мужики, я не знаю, чего вы употребляете, это не мое дело, мне насрать. Но я, честно говоря, вот этот ваш подростковый юмор, ну вот не понимаю вообще. Дай секундочку. Дело в том, Роман, что вот эта вот девушка... Она любимая девушка худого из массовки. А ты ее вчера трахал, а потом еще жене своей звонил, гнида. Сю-сю-му-сю. Спокойно, кис. Так, чуваки, давайте сейчас все успокоимся. Вы что хотите, бабок? Дуэль на пистолетах. Вот что мы хотим. Слушайте, а давайте вы вашим стафом меня угостите. Потому что я вообще не въезжаю. Вот серьезно, как вы себе это представляете? Я взрослый человек, у меня жена, дети. И тут
вот это вот дворовая романтика. У тебя, семенин, нет другого выхода. Либо мы видос сливаем ментам, либо отцу Анжелкину, Бабичу. Тебе полюбасу хана. Она малолетка, режиссер, ты в курсе? Ты знаешь, что с такими на зоне делают, а? А если Бабич узнает, он тебя сам, сука, на этом пляже на карачки поставит. Погугли, баклан, сразу посидеешь. Тогда все-таки предлагаю вернуться к вопросу о бабле. Завтра в 7 утра мы ждем тебя в рыбачьей бухте. Эротические сцены будут? Я еще очень свободный и сексуальный. Я готов извиниться. Защелкнись, чувак! У тебя мозг отравлен, тут слова уже не работают. Когда меня касается, это значит другая ситуация, да? Когда касается моей любви или всякой прочей херни. Нет, ни хера, пусть, блин, подольше попристреливает. Зарь в юбке с жертвой в свою обитель приходит и побеждает, даже не увидев. Просто скажи, что этого больше никогда не сделаешь. Не сделаю, мам. А ты чего, уже закинулся? Да. День нелегкий, сука, был. Чоки, сюда. Ну ты за жопу взяли, а? Я зашел, я задал, чтобы было накидать. Я увел, я достал, чтобы все себе забрать. Как она кричала, боже, как кончала, вся протекла и походу мало. Что случилось-то? Мне бы ракетой улететь на другую планету, или бы я перестала... А цепь его убили, Ген. Чё ты несёшь-то? Спите спокойно, придурки! Завтра школу закончишь, чё, куда? Тебе в менты. Прихожу раньше, не то чтобы вовремя. Захожу тихо, без шума и гонора. Скажу пальцем, ты станешь донором. Я звоню копам, не знаю их номер. Твои намерения бьют мою голову. Будто бы молотом, будто бы в колокол. Выкатил мысли на общее волоком. Сопротивляюсь, но току немного. Возьми себя в руки. Пистолет сейчас будет при вас заряжен, и вы можете выбрать себе. Пули не знали, в кого их стреляли. В полете кричали, прости. Если у тебя папаша мент, ты не знаешь, что все проблемы решаются. Что ты сказал, Абдул? Что слышишь? Знали, в кого все, можно, стреляли.
дрочь. Если ты еще живой, наступает второй раунд. Парень, я с твоей женой. Мы летим на всех парах, она показывает. Пусть все горит, пусть все горит. Я заливаю глаза керосин. Пусть все горит. Никогда не буду прежним, просто я. Никогда не буду нежной, просто я. Никогда не буду вежлив, просто я. Никогда не буду честной, просто я. Никогда не буду рядом, просто я. Никогда не буду в сердце, просто знай. В Индии в 19 веке два английских офицера заперлись в темной комнате, запустили туда кобру и сидели, не шелохнувшись, пока она не укусила одного из них. Отрывая от картины истории героев, я сижу за чашкой кофе, сочиняю стих. Временами мертвый, но чаще живее, как остальных не сплю темными. Да я 3 лет ее спрашивал, где ты, как ты, сука? Искал тебя, мудака, везде! Душа такая... Ты что за выкидыш, а? Ты что думаешь, я после этого тебя не пристрелю? Более того, я должен был сам это сделать давно. Да, сука, а что ж не сделал, а? Вот бутылку видишь? Вставай к ней, жалостливый. Кис, вы же теперь соединились, это же так круто. У меня вон с тем мусором сейчас в углу соединится. Давай, как родня, можешь первый начинать. Да твой папа. Ты что за выкидыш, а? Ты что думаешь, я после этого тебя не пристрелю? Ребенок, у меня симпатных случаев нет, а? А, ну тогда замер и стой! Это твой прикол с дедом не работает. Стою. Мил, ты что стоишь? Считать будешь? Нет, Кис, не буду. Сука. Хорошо. Хэнк, давай ты за него. Слышь, чувак, у Гена отца насмерть задолбили. А он, несмотря на ментов этих, блин, уродов, к нему на похороны рванул. А ты сейчас что хочешь? Всего здесь грохнуть? Ну что это за бред, а? Да посмотри на него, он же реально тебе ничего не знал. Сука, хер с вами, сам считать буду. Раз. Два. Отошел от него. Нет. Егор, пожалуйста, отойди, ты же знаешь, ну, что он нервный. Да. Да, сука, я очень нервный! Последний раз говорю, отошел от него! Как же вы меня сейчас задолбали? Бро, прости. Ты все правильно сделал. Дома! Тоже не сирота, я могу такой кипиш устроить, им тебе мало не покажет. Баклан, прикрой хайло. Любопытно, что ты говоришь, босса. Так как тебя удел, ебучий колхозник. Наши не дают слишком много злости. Наверное, потому таких мы не забудем просто. Вот сука, а мне это нахрен не надо. Сейчас наебну тебя, твою мать. Сука, на, сука, на, сука. На, сука, на, сука. Получай, сука, довела меня. Надо ментовским детям помогать, да? Пускай это ты нас своему папаше слил. Кис. Я хотел нам помочь.
ты нас своему папаше слил. Кис, я хотел нам помочь. Ментёныш, сука, поганый! Сгинил на корню, сука! Да чё уже? Да, действительно, чё уже, сука? Держим руку на пульсе, да? И готовимся в менты, да? Да, киса! Сука! Всё, 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 всё! Ты тебе помочь хотел! Или нам? Ты своему папаше помочь хотел! Всё хорошо. Месяц, год, да, горная порода, после поворота нет пути назад. Выдыхаю крышки мертвого братишку, зацветают шишки, этому ты рад? Я... Хэнк, давай ты за него! Нормас, да, Хинкалина? А если б твою... Слышь, Хинкалина, а что ты людей по себе? Пиздец, ты ментёныш! За бабку! Я тоже так умею, ментёныш! Ментёныш, сука, поганый! Сгинь! Дорогая, я живу в холоде, в маленькой комнате, в этом злом городе, я дорогу в голоде. Ты же обещал, что никогда не будешь делать, что больше не будешь. Я не буду. Мам, прости, но ты же с ним из-за меня, да? Нет. Что он меня не трогал? Что, он наехал на тебя? Нет, он меня не шантажировал. Ну, вынуждал же. Нет. А как тогда? Понравился. Кто, Хенкин? Жаба эта склизкая. Я этого не вижу.